Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, что надо сказать? Всем привет! На каком вы канале? Правильно! И сегодня у нас очередной развивающий ролик. В этот раз мы будем тренироваться с Дениской выстраивать последовательность. Это нам поможет в дальнейшем обучении чтению. Основные навыки, которые мы разовьем, это причинно-следственные, когнитивные и мыслительные. Последовательность и подготовка к чтению. Визуальное распознавание. Друзья, помните, у нас была матрешка по мотивам сказок. Денис, какая сказка была? Репка. Про репку, правильно. И у нас есть листок, на котором пронумерованы 6 последовательных событий. У нас события — это люди, которые и животные, которые постепенно приходили, чтобы вытащить репку. Дениска сейчас попробует воспроизвести правильный порядок. Дениска, кто первым начал тянуть репку? Кто у нас был номер один, помнишь? Ставь дедушку на кружочек. Отлично. А кто был после дедушки, помнишь? Кто был номер два? Кто был после дедушки? Как жучка? Пришел дед, посадил репку, позвал кого? А где бабка? Ну, правильно, куда ее надо поставить? На двойку ставь, на двойку бабку. Молодец. Они все равно репку не вытащили, вспоминай. Кто был за бабушкой? Верка. Нет, а после бабушки кто был? Внучка. Ставь на троечку, правильно. Так, а после внучки кого позвали? Мышку. Мышка была последней, вспоминаем. Кто у нас был, собачка или кошечка, Денис? Собачка у нас номер 4, правильно? Давай поставим собачку куда? На циферку 4. Так, а собачка кого позвала, ты помнишь? Мышь. Нет. Кошку. Какая она была? 5-я по счету? Правильно. И кошка 6-ю, последнюю, кого позвала, чтобы репку вытащить? Мышку. Давай ее на циферку 6. Ой, упала не внучка, упала жучка. Давай подвинем жучку. Так, все, День, мы с тобой разложили всех? Друзья, ну как видите, у нас успешно игра прошла. Мы выстроили последовательность, что поможет в дальнейшем. Да, что поможет в дальнейшем нам в обучении чтению. Ну, а с вами был канал Baby Go. Мы придумали для вас очередной развивающий ролик. А сейчас ненадолго прощаемся. Ставьте нам пальцы вверх, Денечка, да? Как пальцы вверх? Подписывайтесь, оставляйте полезные комментарии. До новых встреч, друзья! Конечно, и поцелуй!